Всем здравия желаю. Сегодня я расскажу и покажу, как нанести косметику на глаз в программе Coral Draw. Для этого нам нужен хотя бы один глаз. Я не стал вас утомлять рисованием скетча. Скетч, как обычно, на верхнем слое. Ну и начнем заполнять картинку плашкой. В конечном итоге у меня получился вот такой невзрачный глазик. Каждая плашка лежит у нас в отдельном слое. В диспетчере объектов выделяем нужный слой, нужную плашку, копируем ее, трансформируем в зависимости от эффекта, который нам нужен. Назначаем прозрачности и тянем blend. Настраиваем опорные точки нижней плашки, как нам нужно. Нижнюю плашку выделять проще в диспетчере объектов. Так проходим по всем плашкам. Thank you.
Как вы видите, на этапе рисования сетчатки компьютер начинает призадумываться. Рисую, пока не надоело. Когда же это порядком надоедает, я просто отключаю видимость остальных слоев и работаю только с этим слоем. Ну все, надоело. Вот так. Ну и тут, как вы видите, уже компьютер не думает, а делает то, что я замыслил. Восстанавливаем видимость всех слоев, смотрим, что у нас получилось. Теперь мы начинаем использовать плашки скетча. Тут подбираем цвет более приемлемый для нашей картинки. Прячем надпись на более низкий слой.
теперь добавим блескучесть. Для этого заливаем плашечку. Рисуем плашку, заливаем ее текстурой. Делаем настройку цветов, используя используемых для текстуры. Для начала настраиваем прозрачность обыкновенную, затем начинаем, назначаем стиль прозрачности деления. У нас получаются вполне такие приличные блескучки на глазу. Также поступаем с сетчаткой, ну и с верхним веком. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел показать в этом уроке. Спасибо за внимание. Всем пока.